Завету Александра Сергеевича Пушкина. Поэты в мире все верны. Поэзия должна быть глуповата. Видно, да, я выделил эти слова Александра Сергеевича Пушкина из его письма Вяземскому где-то не позднее 24 мая 1826 года. Потому поэты в мире все, в частности лишь живуны, тысячи лет жуют одно и то же, только одни частности, разные, миллионы, миллиарды частностей. Притчу о слепцах и о слоне, и что любовь в общем, дар прекрасное увидеть. Вряд ли все поэты в мире поймут когда-то. В нашей местности можно сказать только одно, что с утра погода замечательная. Солнышко почти безоблачно, тихо. А вот что будет через час или два, да, это никому не известно. Вот такие вот дела.